красавчики. Мои пешеходы, сейчас покажу. Соседа голуби, голубей. Но они очень высоко мелькают. Сапсан их атаковал, вот пошел пока за камерой. Наверное, не достану, они же мелькают. А вот сапсан гонит. Вот вниз гонит, вот он. Вот он, одного гонит. Одного вниз гнал, не знаю, поймал, не поймал. Сейчас посмотрим, выскочит. Одного вниз, те рассыпались по всему небу. Трудно, друзья, трудно. Сейчас посмотрим. А, вон он, по-моему, вон он. Сейчас попробуем. Это кто у нас? Сапсан. Вот он. Гнал. Вниз гнал голубя. Сейчас он не оставит их в покое. Там стая хорошая. Друзья, тут уничтожают голубей. Это пипец как. Тут не успеваешь выгнать уже. Атака. Сейчас кого-нибудь погонит. Веду его, он приведет голубям. Главное, чтоб не сбилось. Высоко, очень высоко я. Как точка, вот я. Сапсана как точка он выглядит. Ну, не знаю, по съемке тоже, наверное, видно. Ищет. Там голубей прилично. Штук 9-10 я точно видел на уровне с ним. Ай, фокус пропал. Короче, друзья, потерял ни голубей, ни сапсана. Они где-то там. Где-то там вверху. Не знаю, поймал, не поймал. Он шел. Тяжело, друзья, снимать так. Это я снимал, увидел пятно, вот приблизил, а это сапсан был. И вел, и вот фокус сбился, и все, потерял. В общем, вот такая территория, друзья. Не знаю, ни одного не вижу, ничего не вижу. Пару штук упали, видел. Ну, стая такая неплохая была. Не знаю, штук 20-25, наверное, может 30. А как-то так, вот такое небо здесь. И это практически круглый год. Удачи вам!